На первый турнир этого года собралось более 100 лучников. Соблюдены все правила. Спортсмены в дегелах, экипировка также в национальном стиле. Луки и стрелы сделаны из дерева. Вспомогательные приборы, такие как прицелы или стабилизаторы, отсутствуют. Особое внимание лучники уделяют стрелам. Стрела деревянная, делается из березы, затачивается. Ну, подбирается каждому луку, конечно, каждому человеку. В зависимости от тяги, там, силы и так далее. Потому что просто так тоже не делается. Дистанция для мужчин и женщин одинаково 40 метров. Соревнования проводятся по олимпийской системе. У спортсменов два подхода к огневому рубежу, по 8 выстрелов каждый. Главная задача – сбить находящиеся в центре около сурт ласти. За каждый точный выстрел начисляются баллы. Специалисты говорят, что в последние годы национальная стрельба набирает популярность. Каждым годом, с каждым месяцем прибавляется число участников, также прибавляется. На сегодняшний день, я смотрю, уже 5-6 человек новых поступило. Люди ходят, люди стремятся, хотят стрелять, научиться исконным традициям своим урядов, которые стреляли с лука. Организаторы «Шенхенское землячество» намерены сделать этот турнир традиционным. Мы не ожидали, что столько много народу соберется. 104 человека, думаю, что это очень удался этот праздник. Батыр Ламбаев, Евгений Павлов. Новости дня.